Так, ребят, всем привет. Значит, сегодня будем запускать ДКС. Это стандартная схема запуска строчного трансформатора на одном транзисторе, но она одна, просто нарисована по-другому. И сразу скажу, нужно ставить резистор 150 Ом, а не 240, как написано во всех схемах. Ставьте 150, 240 многовато. Вот, значит, использовать мы будем КТ-848, вот, КТ-808, КТ-908, вот, MGE13009, который есть практически, мне кажется, везде во всех импульсных блоках питания. Ну, 13007, 13009, вот это вот всякое, да. Вот. Также, я думаю, туда запихать КТ-817, ну, еще там какие-нибудь, не знаю, в общем, поехали сразу к тестам. Так, ребят, КТ-840. Так, ребят, теперь КТ-908. Поехали. Так, ребят, MGE13009. Так, ну и последний транзистор КТ-817, так как у меня не было КТ-818. Вот маленькая дуга.